Святится имя век Твое. Причина приостановки – это несоответствие помещений требованиям антитеррористической защищенности. Согласно действующему законодательству, места массового скопления людей должны быть оборудованы системой видеонаблюдения, оповещения, освещения, иметь паспорт безопасности. Никакие меры не соблюдались собственником дома. Я говорю, разъясните мне, что мне можно, что нельзя, чтобы я понимал. Они говорят, мы не обязаны вам объяснять. Идите в суд. В суд ходили, суд не объясняет, ФСБ не объясняет, милиция не объясняет. Они нам не мешают. Так, как соседи. Мы, ну вот, здравствуйте, до свидания, мы их еще не знаем. А они так, они нам не мешают. Претензий никаких. То есть мы тут живем через забор, они собираются себе мило, тихо, без претензий. Мы-то чего добиваемся? Чтобы неуклонно исполнялся или соблюдался 125-й ФЗ, это вот закон наш профильный о свободе совести и вероисповедания,